Муниципальный детский сад «Сказка», который в конце сентября открылся в жилом комплексе «Римский квартал» поселка Развилка, только входит в привычный ритм работы и продолжает оснащаться. Дошкольное учебное учреждение рассчитано на 240 мест и имеет современную базу для развития. Однако игрушек здесь пока недостаточно. Исправить ситуацию решили участники общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее». Детский сад молодой, новый, и мы как общественники не могли пройти мимо. Мы привезли детям игрушки, которых пока не достает. Вот, мы надеемся, что мы сюда будем чаще приезжать. Мы посмотрели этот новый прекрасный детский сад. Все замечательно, все понравилось. Хорошо проделана работа администрации. Куклы и коляски для девочек, конструкторы и машинки для мальчиков, канцелярские принадлежности для подготовительной группы. Набор подарков разнообразный и внушительный. Воспитатели благодарны общественникам за оказанное внимание. Игрушек никогда не бывает много. Детям всегда хочется что-то новенькое. Они хотят разнообразить свою игровую деятельность, поэтому любая игрушка, которая появляется новая в группе, да, дети, конечно же, рады. А тем более сегодня подарили нам очень много игрушек как для мальчиков, так и для девочек, то, соответственно, у всех детей будут возможности играть одновременно с этими игрушками. Принимали дары самые активные воспитанники детского сада, которые не могли дождаться, пока подарки распределят по группам. Им и выпала возможность первыми опробовать игрушки. Мне понравилась вот эта кукла. Будешь с нее теперь играть, да? Угу. А как тебе остальные вообще подарки? Красивые, яркие? Расскажи. Ну, красивые очень. Что больше всего понравилось? Мне понравились все игрушки. Спасибо за то, что привезли подарки. Участники общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» работают для того, чтобы сделать жизнь населения Картинского территориального управления комфортной. И складывается эта деятельность из ежедневного взаимодействия с людьми. Сегодня они доставили радость воспитанникам детского сада «Сказка», куда намерены вернуться снова, с новыми подарками. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.